На Татышеве справа от Вантового моста построят причал и благоустроят берег. Работу должны закончить к 30 ноября. Это будет первый причал на территории острова. Торги по поиску подрядчика для благоустройства берега уже объявлены. Причал в западной части Татышева станет первым из 6 участков для швартовки судов. На прибрежной аллее появится освещение, пешеходные дорожки и детский городок в виде корабля. Такую концепцию берега предложили краевые власти. Они же выделяют и субсидию. Проект обойдется 8,5 миллионов рублей, а общее благоустройство острова 15 миллионов. Площадь территории почти 5000 квадратных метров. При этом стройка не должна разрушить существующий природный ландшафт острова, подчеркнули в мэрии.